знаю. Насчет 71 год. Служба безопасности Арасаки предотвращает массовые беспорядки в Сан-Франциско и спасает город. 2074 год. Служба разведки Арасаки и повреждение самолета и собственные раны собраны и должны вернуться на базу. Мы продолжим эту историю. Где ты? Я попросил тебя зайти еще час назад. Пришлось задержаться, скоро буду. Грёбаный Франкфурт. Абернати 100% свалит все на нас. Ладно, я у себя в офисе. Жду тебя. Не задерживайся. 1919 год – это год великих перемен. Введение сухого закона в Америке. Конец Первой мировой войны. И рождение Сабура Арасаки. С юных лет Сабура принимала... Для тех, кто верит троих наших. Сейчас эвакуируем представительство. Мистер Дженкинс... Привет, Ви, давно не видели себя в кабинете. Активирован экстренный режим. Это я, Фрэнк. С операцией в юго на восточном побережье. Похоже, ты занята. Не поговорим знаю. Потом. Это она. Помощница Дженкинса. Пожалуйста, зайдите в приемную. Подтверждаю авторизацию гостя. Ну что, ты в сети? Присаживайся, Ви. Я сейчас. Мне надо что-то придумать с этим голосованием, пока мы не потеряли базы в море облаков. Они сейчас начнут. Как там ситуация? Ага. Угу. Как мы и думали. Ты знаешь, что делать. Начинай. Директор Абернати. Я смотрела голосование. Что это было, Дженкинс? Уборка говна, которую мы получили от Франкфурта. Я устранил проблему, как вы и просили. Я не просила выкашивать Европейский космический совет. Ты понимаешь, сколько будет стоить это замять? Мы бы потеряли концессию, а так получили неделю. Это успех. Идешь по пути наименьшего сопротивления. Прешь напролом. Как всегда. Мы об этом еще поговорим. Вот же стерва. Ненавижу ее. Давно работаете вместе? До Найт-Сити мы разрабатывали операцию в Осаке. Она 2 года притворялась добренькой, а сама рыла мне яму. И не моргнув глазом, столкнула меня в нее, когда стала директором по особым операциям. Теперь стоит надо мной с пистолетом, чтобы я ничего не сделал. Но убивать не убивает, потому что я ей нужен. Я делаю то, на что ей духу не хватает. Сука. Разделяй и властвуй. Хорошая стратегия. Хорошая. Скажи, что бы ты сделала на моем месте? Честно? Говори. Ничего вы не сделаете. На ее стороне весь наш совет директоров. Если она настроена против вас, сами понимаете. Понимаю. Ха. Кажется, мы с тобой думаем одинаково. Это тебе. Здесь все, что я собрал за последние недели. Биометрика. Медкарты травмы, фамилии всех близких ей людей, шофера, начальника охраны, любовницы, мужа любовницы. Все. Сделай так, чтобы Абернати больше никогда не создавала проблем. Ты сама сказала, что у меня нет выбора. А если я скажу нет, что тогда? Не задавай глупых вопросов. Ты же понимаешь, это не просьба, Ви. Вижу, мы друг друга поняли. Вот и хорошо. Возьми еще вот это. Работу должны сделать люди не из корпорации. Плати только этими деньгами. И насчет главного задания. Найди того, кого хорошо знаешь. Понятно? Да, все так и сделаю.
Хорошо. Ну что ж, тогда буду ждать от тебя новостей. Удачи. Снаружи ждет мое ави. Оно в твоем распоряжении. Смотри, не подведи меня. Дженкинс, контрразведка Найт Сити. Да, вот отчеты, которые вы просили. Сейчас нет времени, перешли их. Эй, Ви, ты еще жива? Как там ваш гадюшник? Мне нечего добавить. Джек, есть дело. Нужна твоя помощь. Вечно у тебя дела, Чика. У тебя проблемы? Пока нет, просто надо найти надежного человека. Ну, то есть у тебя проблемы. Франкфурт. Встретимся в Линес через час. День будет нелегким, это точно. Мне нужно твое решение. Возможно, одного из наших раскрыли. Ты видела отчет о голосовании? 6. Доступ разрешен. Назовите место назначения. Анализ обстановки в районах. Обнаружена повышенная активность полиции в Хейвуде. Официальные причины не названы. По перехваченным сообщениям можно судить, что туда направлен Макс Так. Сообщается о крупной аварии электросети в Санто-Доминго. В других районах города активность не превышает уровня нормы. Пункт назначения Лизис. Начинаю движение. Смотрите экстренный выпуск новостей на 54-м канале. Заседание Европейского космического совета было прервано после сбоя в работе системы нейронной стабилизации. Пятеро членов Европейского космического совета погибли. На текущий момент трое остаются в реанимации. Полиция по-прежнему расследует причины этого ужасного происшествия. Члены совета носили оборудование, предоставленное биотехникой. Представители корпорации пока отказались от комментариев. Наш корреспондент уже на месте. Мы непрерывно следим за развитием событий и будем держать вас в курсе. Следите за новостями на 54-м. Договаривались созвониться в конце недели. Да дело в том, что Quantified Satori встревожили результаты твоих биометрических тестов. Все в порядке? Все в полном порядке. Ясно. Не забывай, что я говорил в прошлый раз. Упражнения для нейромоторной релаксации 3 раза в день. Они помогут восстановить силы. Да, да, конечно. До встречи.
пункте назначения отсутствует посадочная площадка. Найди свободное место рядом с баром. Хер с ними, с этими правилами. Начинаю посадку согласно новым параметрам. Психопатка! Тебе тут что, аэропорт? Нас же чуть не расплющило! Твою ж мать! Ладно, ладно, сестра, успокойся, нам проблемы не нужны. Кажется, у нас неприятности. Да за что мне все это? Никаких неприятностей, я просто по делу. Приятно слышать. Добро пожаловать в Лизис. Тоже рада тебя видеть. Как дела? Ребята из Валентина опять не поладили с Мальстрёмом. На этом можно хорошо заработать. Главное, не отбросить коньки. В общем, все как всегда, не жалуюсь. Но мы же не обо мне пришли разговаривать. Говори, что там у тебя за проблемы? Джеки, это должно остаться между нами. Por supuesto. Я серьезно. Эта штука может меня убить. Так и я могу. Ты хоть помнишь, с кем разговариваешь? Я же с этого живу. Помнишь, что было в Мексике на границе? Скажи я хоть слово. Да, ты меня спас. Если бы кто-то узнал про эти картели... Но не узнал же. И про это не узнает. Потому ты и пришла к старине Джеки. Вот, возьми щепку. Что думаешь? Стоить будет порядочно. И расплачиваться придется наличными. Никаких переводов. Деньги мне дали. Тут нужна целая команда. Техник, а может и два. Нетранер с золотыми мозгами. И водила на очень быстрой тачке. Не говоря уже про Соло. Угу. Его как раз не хватает. Ты это хотела попросить? Чтобы я обнулил эту прекрасную леди? Работа деликатная. Поэтому мне нужен тот, кому я могу доверять. И какая это неделикатная работа, Эрмана. Это заказ на убийство. Ты же знаешь, как работает Арасака. Окей, может, не знаешь. Это не то предложение, от которого отказываются. Я тут ни при чем. Поэтому я отказываюсь. И тебе советую. Давай дерябнем по рюмке и поговорим о жизни. Gracias, мамита. Двойная текила с гренадином и лаймом. От нервов самое то. Ты же знаешь, я не пью. Железные принципы, да? Окей, понимаю.
Это твой заказ и остальное корпоративное говно. Знаешь, что это? Un pacto con el diablo. Я всегда говорил, ты продала душу чертям из Арасаки. Сегодня они приказали тебе кого-то обнулить. А завтра кому-то скажут обнулить тебя. А какие есть еще варианты? Если я откажусь, они заберут все, что у меня есть. Пускай. Зато больше никто не будет держать тебя за яйца. Не знаю, как ты, а я сам выбираю, кто может трогать меня за яйца. И уж, конечно, Сабура и его Матонес в этот список не входят. Может, когда-нибудь я и решусь. Но пока что это слишком опасно. Это всегда будет опасно. Всегда. Эй, вам чего? Заблудились? Ви, правильно? Вы из офиса Арасаки. Что-то случилось? Вы насчет Франкфурта? Мы насчет тебя. Дженкинс дал тебе сегодня задание. Ты расскажешь нам все детали. Повтори свою фамилию и отдел, а то я с первого раза не услышала. Блять! Как себя чувствуешь? Внезапное недомогание? Твой доступ к корпоративной сети заблокирован. Корпоративные устройства перестанут действовать в течение 2 минут. Отдай данные, которые собрал Дженкинс, и мы завершим процедуру увольнения. Как вы про меня узнали? Это не твое дело. Данные. Быстро. Вся информация на чипе. Очень дальновидно. Официальная часть закончена. Но я думаю, Абернати нам доплатит, если одной крысы в мире станет меньше. Вставай, пойдешь с нами. Ну, шевелись. Да, Эсперин. Вы, ребята, кажется, немного потерялись в нашем большом городе. Таким, как вы, гулять в этом районе вредно для здоровья. Ты нам угрожаешь? Я так скажу. Будете стрелять, так и мы тоже. Чего доброго, еще попадем в кого-нибудь. Мы получили то, что хотели. Пока что этого хватит. Это было опасно. Hijos de la chingada. Ты как, Ви? Где-то болит? Как же... херово. В горле как будто наждак. Я не могу дышать. Ты прямо как моя Примита. Она, когда наркоту бросала, тоже так тряслась и потом обливалась. Еще и плевала иногда. Да. Звучит очень похоже. Слушай. Слушай. Давай я отвезу тебя к Риперу. Или, может... Травматим за тобой приедет. У меня забрали страховку, Джек. И контроллеры биохимии, и квартиру. Даже банковский счет не заморозили, а конфисковали. Быстро действуют, сукины дети. С тобой точно все в порядке? В смысле? Погоди минуту, сейчас соберусь. Это конец, Джек. Понимаешь? У меня больше нет будущего. Наоборот, теперь есть. Ты не могла сказать им нет. Вот они и сделали это за тебя. Дальше будет лучше. Вот увидишь. И, кстати, ты потеряла не все. Ты про то, что у меня остался друг? Как мило. Нет. Глупая. Я про бабло, которое твой босс тебе дал. Он же наверняка не мелочился. Начнешь все сначала. Так что не боись, Чика. Выше нос. Эй, ты меня слышишь? Выглядишь как-то хреново. Ви! Ви! Эй, Эрмана.
У тебя теперь начнется новая жизнь. Привет, привет, Найт-Сити! У микрофона Стэнли, и мы с вами встречаем очередное незабываемое утро в городе мечты. Честно, я люблю Найт-Сити как родную мать. Правда, это такая мать, которая отдает тебя приют, а потом останавливает на улице и спрашивает: закурить не найдется? Каждый день сюда приезжает по 100 человек. Правда, через год от них остается только половина. И это если год был хороший. Зачем же они едут в Найт-Сити? Конечно, чтобы стать уличными самураями, как Морган Блэкхенд и Уайланд Бобо. Как говорится, чем выше риск, тем больше награда. Но выше лиги люди обычно не задерживаются. Чем быстрее ритм твоей жизни, тем быстрее ты выгораешь. И тем больше шансов поймать пулю. Сами знаете, где сейчас большинство легенд Найт-Сити? На кладбище. Тут всем абсолютно насрать, с чего ты начинал и откуда приехал. Самое главное, какую дорогу ты для себя выбрал. Это Найт-Сити. Город мечты. Наша пропавшая Чика где-то в этом здании. И те, кто ее похитил, тоже, скорее всего. Смотри в оба. Слышишь, Ви? А, кстати, у меня есть подарочек. Мелитеховский обучающий чип. На случай, если захочешь освежить знания, так сказать. Как насчет небольшой виртуальной разминки? Нет, Джек, у нас мало времени. Давай потом. Потом, так потом. Маньяна, маньяна. Я готова. Лифт. Пошли. Цель Сандра Дорсет. Ее биомон пару часов как пропал с радаров. Похоже, ее похитили. Возможно, она уже мертва. Не знаю, успеете ли вы. Успеем ли мы, Бак? Я понимаю, ты не расхаживаешь тут с нами. Но мы все равно одна команда. Команда. Как мило. Успокойтесь уже оба. Мы почти на месте. Слышишь, Бак? Соберись. Номер 1237. Цель должна быть там, но надо взломать ее биомона. Сможешь обойти защиту? Тормозите-ка. Не высовывайся. Мы что, опоздали? Ви, глянь, это она. У Сандры Дорсет корпоративный иммунитет второго уровня. Она девочка из высшей лиги. А у этой зататеховские подделки с черного рынка. Такие в любой подворотне ставят. Это не она. Ищем дальше. Ви, не спать. Тут еще пендахос. Убери его по-тихому. Как вам такое? Сейчас мы всем покажем, Чика. Гасни ее!
ребята есть. Найдите их и разберитесь. Вы же не хотите поставить цель под обстрел или получить бонус? Точно, не хотим. Боец убит! Чур я беру хром! Где эта девица? Ищите, должна быть где-то там. Это она, наша цель. Мы успели? Она жива? Сейчас проверим. Ви, подключись к ее биомону. Проверим, что с ней. Выглядит она дерьмово. Подключаюсь. Сандра Дорсет, NS570442. Платиновый статус в травме. Платиновый? Бля, к ней по первому чиху должны были приехать. Видимо, что-то блокирует сигнал. Могли ломануть биомон, поменять прошивку, запустить нейровирус. Караху, Тибак! Это тебе не вип-клиника! Тут ванны со льдом и крюки с топорами! Значит, это что-то простое. Есть мысль. Проверь, в нейропорте нет щепки? Если есть, выдергивай, она заглушает сигнал. Да, есть чип. Вынимаю. Проверь биомон. Что-то поменялось? Здравствуйте, Сандра. Если вы в сознании, лягте на бок. Ожидаемое время до прибытия скорой помощи к месту вашего положения – 180 секунд. Монитор сказал, травма будет через 3 минуты. Ваш страховой тариф покрывает 90% стоимости транспортировки и лечения. Попроси это. Вынимай ее из этой херни. О, блядь! Она уходит! Ви, что у вас там? Не молчи! Только этого не хватало! Джеки, инжектор! Лови, Чика! Вроде помогло. Фуэра, Чика, выноси ее отсюда! Давай, выноси ее на балкон. Назад!
ТТ-133 к центру. Получили пациентку НС-570442. Ввели стимуляторы. Допамин 70 миллиграмм. Адреналин 110 миллиграмм. Ибрин 800 миллиграмм. Джеки, Уотсон блокирует. Ты не забыл? Точно, блин. Мне кажется, или... Я и знал. У нас на хвосте висит фургон. Тингадови. Мне нравится, мне это совсем не нравится. Ничего, потом разберемся. Надо сначала вернуться домой. Пока не будет дальнейших распоряжений. Меры безопасности. О, мадам! Какое счастье, что мы вас встретили, офицер. Серьезно? А что во мне такого особенного? У вас доброе сердце. Только тот, у кого доброе сердце, поймет, как сильно я хочу вернуться к своей девушке. Да ладно, своей девушке? Ну да. Она с ума сойдет, если я к ней не приеду. Я обещал ей, что буду образцовым парнем. Она дала мне шанс, понимаете? Жаль, что так вышло. Да сами смотрите. Не идеальный гражданин, но, по-моему, вполне достойный. Пусть едут. Больше никого не пропустим. Ладно, проезжай. Большое спасибо. Хорошего вам вечера, мадам. Ты умеешь быть вежливым, когда захочешь. Когда это я был невежлив? Всегда. Я всегда очень вежлив. Обычные копы.
Это Макс Трак, охотничьи псы нашей полиции. Их вызывают только, когда ситуация выходит из-под контроля. Хотя вот эти мужики им так на один зуб. Все, спектакль окончен. Просто не надо было нарваться. Отлично. Скоро будем у тебя. А как же ты? Сейчас уже, наверное, в Хейвуд не проехать. Спокойно, Ви. Меня пропустят. Ты прямо уверен? Ну да. Я снова буду очень вежлив. Ладно, увидимся. Передай привет Мисти. Передам. Ай, Луэго. Наступит 54-я годовщина катастрофы на Арасака Тауэр. В 2023 году Найт-Сити потрясла трагедия. В штаб-квартире корпорации Арасака взорвался тактический... Добрый вечер, Найт-Сити! Мой первый гость сегодня... Да? Забыла сказать, у знакомого нетранера для тебя кое-что есть. Пересылаю контакты. Встречайте, преподобный Колдер! Хвала тебе, небесный наш отец. И наша вторая гостья – Карина Ли, ведущая популярного шоу «Чипуйся», активная сторонница кибернетических экспертов. Ну, как жизнь, красотка? Не жалуй, Зиги. Спасибо, что позвал. Итак, сегодня я... А, да блин, опять ворота заело. Может, два раза за ремонт платили? По-моему, нас наебывают. И у каждой страны, конечно...